про непотріб на самом деле сказать, что это нужно. Увага для того, чтобы напам'ятати, особливо в цей важкий час для всей країни, напам'ятати, що Небесний Батько, Господь Бог, бажає нам добра. І Господь Бог так полюбив кожного з нас і взагалі весь світ, що віддав на страждання свого однородженого Сина Христа за наші провини. Ми їх всі маємо. Для того, щоб кожна людина, яка від душі дійсно приймає Христа як Спаса, щоб така людина не загинула, але мала життя вічне. Знаєте, я маю в виду не тільки временне земне наше пребування, а в більш глобальних масштабах – це вічність. Щоб людська душа не погибла в вічних страданнях, в волнах озера Огненного, а наслідувала радость в небесах. Почитайте Библию, Бог об этом ясно говорит. За много сотен лет было предсказано то, что сейчас происходит. Эти коронавирусы, война и аморальность среди народов. Все Христос это предсказывал. Но также самое, на что Он обращает наше внимание, на Его страдания за наши грехи, на силу Его воскресения, чтобы люди потянулись к Богу душою, чтобы люди приняли Христа как Спасителя и через это получили прощение и спасение. Читайте Евангелие, молитесь Господу. Боже, благослови наше место Одесса, благослови Украину, захисти нашу Украину от всей той беды, которая сюда ломится, и прости нам наши грехи, потому что у нас своих хватает по уши грехов. И благослови все человечество верой в Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за грехи наши и который победил смерть. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Дякую за увагу, до побачення.